мне всего ничего, и красивая очень станет. Этих мест у меня ого-го, хорошая ногою, костяною, но стройной. Ну где ж меня ты достойна, настоящий поклонник? Состоялось пожитие супер, мог бы принца любого улечь. В гараже вон шикарная ступа, а в избе эксклюзивная печь. И в лесу недвижимость, а не какой-то клоповник. Где ж ты ходишь, скажи мне, мой неизвестный поклонник? Я и гад, но не баба, а фея. Просто так повернулась судьба. Все умею и все имею, не имею я только тебя. Ходит счастье все мимо, чтобы поклонник. Ваше чудовище злодейство. Хам, невежа, да как ты смеешь называть меня ваше чудовищное злодейство? Так ведь... Молчи, молчи, я тебя в козленочка превращу. Хотя козленочка-то ты уже перерос. А вот... Вот в козла в самый раз. Нет, не надо в козла. А я не чудовище. Я приятная женщина во всех отношениях. Ловишь разницу? Нет. А в козла? Поймал. Разницу поймал. Ладно, чё припёрся-то? Давай, проходи, угощу. Я тут зелень наварила вкусного. Чипового. Будешь? Нет. Ты чё, не русский? Русский. Ну ладно, давай без предисловий. Царь дочку замуж замыслил отправить. А я тут при чем? Так это, помоги мне на веселение дожениться. Ты у нас кто? Я министр. Министр чего? Министр всего. Ну так вот и занимайся этим всем сам. Так это, я ведь не просто так. У меня есть большое понимание. Проблемы. А что ты мне с этого ответку? Женюсь на царевне. Царя трудно решу. Узнавство отдам тебе. Ой, так ведь мне много-то угощайся. И не надо. Я все хочу. Но... Шутка чудовищная. Чудовищная шутка. Ой, ладно, выкладывай план культурного мероприятия. Значит, царь заставил дочку стрелять из лука. Да. Стрела влетела в лес. Она отправилась на поиски стрелы. То есть жениха. И пропала. Тупиковая ситуация. Надо царевну в лесу отыскать. Надо взять ее в плен, то есть заложница. Потом появляюсь я, освобождаю царевну, и все. Я спаситель царства. Тиран рыдает, ногами себя бьет в грудь от радости. И отдает ему царство вместе с телом. Каким телом? Ты чего? Я на вокруг не подписываюсь. Царским телом. Телом царевны. Спасибо, спасибо тебе, баба-яга. Да не баба-я, я не яга, я обморожительная женщина, экстравагантная дама, молодина возраста, между прочим. Вот, Извергиль меня зовут, поменяла имя, так и называй. Извергиль, вергаю, не извергаю, вергаю.
через. Ты же знаешь, моя капуча энергия всегда приносит огромный опыт. Ну, значит, один за всех? И все по одному.